Мне в смысле, отсюда? Была. Ну нет, отсюда. Просто заказывал доставку на дом. Так нет, это другая же. Это другой шоколад. Это не просто клубника в шоколаде, это клубника в шоколаде. Реально. Чего хочешь? Советую, знаешь что? Советую вот такую клубнику на палочке взять. Клубнику на палочке. Макс, а ты можешь подержать? Ты не стесняйся сам себя вот так снимать. И общаться с чатом. Я больше боюсь телефон уронить. А, да не бойся. Уроним новый клубничек. Привет. Ты что, молчал? Нет, я сказал привет. Да? Иди шутку. Понял, понял. Попробуй. Так, давай ты подержишь телефон, я попробую. Да. Пробуй. Так в смысле? Так это же стрим, Максим. Он отвернулся. Ну, Максим, это же стрим. Мы должны все снимать и общаться с чатом. Чего, как? Клубника не сладкая. Ты офигел? Это самое вкусное. Шоколад сладкий, клубника не сладкая. Ой. Вкусно. Ну, я не сказал, что не вкусно, я тебе сказал, что клубника не сладкая. Ну, именно это да, но у них есть сладкое. Чё? Так давай я тебе салфетку дам. Блин, он вообще, он такой стеснительный, очень застенчивый. Чё, тебе ничего не нравится? Нравится, просто не знаю, где купить. Как не повезло, сестрой пишут. Так а что ты так далеко отходишь? Надо, чтобы мы в камеру смотрели и общались с чатом, Максим. Ой, извини, не настолько близко, конечно. С какахами на палочке? Блядь, они просто обозвали нашу клубнику. Вкусно ешь? Я съем. Так а сколько ты ее будешь носить? Она растает же, пока холодная, нужно есть. Давай, ты одну, а я вторую. Чего ты? Чего ты стесняешься? Вкусно? Нет. Это еще больше кислое. Да? Если хочешь, можешь. Как будто зеленое. Бла. Да. Как его зовут? Его зовут Максим. Можешь сам представиться. Да. Че? Меня зовут Максим. Мне 20 лет. Это про человека, который не может стримить, ребята. Тебе 20 лет! Завтра будет 21, получается. Капец. Не, знаешь, что у тебя день рождения? Жестко, Максим. Что жестко, то, что это мало? Нет. То, что пошутил жестко. Что? Очко типа, да. Разрывная. Знаешь, что пишут? Что пишут? Пошла, матери нет. Вы пишут? Согласна. Согласна. Зре. До завтра у него дре, ребят. Завтра день рождения. Что хочешь на день рождения, Максим? Давай вот в камеру посмотри и говори. Что ты хочешь на день рождения? Да не знаю, что я хочу. Хочу хорошо этот день провести. Молодец. Потому что денег у нас нет. Так. Это я его просто за час до стрима, я его к правильной речи готовила, чтобы он именно так и сказал. Так, на. Можешь общаться прямо с чатом. Давай, если будут писать, я буду отвечать, попробую. Отчество Андреевич. Да бля, что так быстро? Ты что? Так, давай. А что я переключить не могу, камера даже? У меня сколько, много денег? Не, немного. Да, родной. Блин, они больше пишут, беги. Это они так шутят, если что, Максим. Чего ты нервничаешь? Ты нервничаешь? Ну, есть немного, да. Тут же все свои, а на пополнение доступно. Что ты читаешь такое? Да, смс-ка пришла.
не читаю этого. Ну, я не читал. Мне пишут, я похож на Илон Маска. На Илон Маска? А ты знаешь, кто такой Илон Маск? Нет. Блин, сколько там онлайн? Мне очень быстро пишут, я не успеваю читать. Да. Вон онлайн, 2500. Mm. Все, я пополнила. Ура! Да, я с Ижевска. Пошли тебе носки купим. Выбирай любой магазин. Куда пойдем? Нет, это что за говно? Обычный Adidas, пошли в Adidas. У вас Adidas не закрыли, но? Закрыли Adidas? Ну, у нас в Ижевске, по-моему, да. Или, может, он переехал, я не знаю. Сейчас посмотрим. А в авиапарке закрыли, да? Adidas они как-то... Какие нахуй носки? Он в моих носках гоняет, у него нет носков. Щедрая Систерс, да. Всего 800 рублей, Макс! Давай я буду как папа. Макс! Ой, тебе так идет! Ну, еще знаешь, как говорит, типа, опусти ее, вот так вот нужно носить. Папа? Угу. Я когда вот, шапку... Вот, вообще, 800 рублей Максим уберем! Нет? Факти? Да, наверное. Пусть знает. Да, дам 20% скидки. Кайф, класс. Макс! О, смотри, какие удобные. Дышат? Дырками? Дырками. Легкие? Легкие. Летом не жарко будет? Да. Макс, смотри, всего за 3500. Мягкие. С дырками. Ладно. Ну, ладно. На вырос, да. Не, я... Если бы 1+1 было, можно еще бы взять. Ну да, да. Хотя... Ты бы такие носил? Конечно. Давай зайдем тебе нормальные кроссовки купим, а то... Так, ну-ка стой на месте. Рыба сделала как... обзор рыба на Максима на кроссовки. Мне кажется, тебе нужно новые кроссовки купить. Глава шанс гоняем, там купим что-нибудь. Нет, из кроссовок. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Дай другой магазин зайти. Какая же хуйня за 3500, у нас на рынке норм кроссы за 2000 можно взять. Иди на рынок. Я, кстати, слышишь? Да. Кого я сегодня замочила 3 раза в ужастике? 3-0. Я просто в телефон залипал. Да что ты. Я вот так выиграла, капец, жестко. В смысле? Вот, Денмарк... Она просто играла на тех героях, где она знала комбинации и прожимала одну кнопку. Нет. Одну комбинацию 10 раз. Нет. Какую, например? Я там чередовала постоянно. Ну там вверх-вниз и, допустим, на какую-то букву Б. Ты же знала комбинацию, все равно... персонажа. На каком персонаже? Кто там был? Донателло или кто там был? Леонардо. Леонардо. У него денег нет, он как-то каким-то образом играет в казино. Я бы зашел в Докхаус. Позер. Ты позер, Макс. Ты ничего казино не знаешь? Любой слот спроси. Любой знает. Свит. Бананза. Я больше ничего не знаю. А который, где прыгает вот этот кабанчик? Кто? Динотавр? Да, он так и называется? Да, я еще поймал его на 4-м барабане. Да что ты? Он на 5 копеек играет? Их с 1800 что там, по-моему. Вот мне с кем казик нужно крутить, слышь? Ой, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вдруг она отравленная? Да. Тогда давай ты съешь 2. Ты офигел? Че, куда это? Я говорю, а может они отравлены? И ты говоришь, ну... Ты можешь есть 2? Че, комбинация сыграем, ты первый хавает конфету? Давай. Я тебя разъебу, лоха. Давай. Там первые ножницы. В смысле первые ножницы? Ты не играл никогда так? Нет, давай. Ты как-то далеко отходишь. Давай. Камень, ножницы, бумага, 1, 2, 3. Камень, ножницы, бумага, 1, 2, 3. Ладно, 1, 2, 3 просто будет давай, делать. Давай. 1, 2, 3. А, первые ножницы. Подожди. Ну я сделал первые ножницы. Нет, первые ножницы, ты так играла, я тоже должна была сделать ножницы. Давай заново, забудь. Подожди, еще раз, давай. Давай тогда без ножниц, давай просто так. Ну, давай. Пожалуйста, еще раз, ты одну да. Получилось. Да. Я же говорю, не получилось. Давай. Первые ножницы. Можно первые ножницы. Почему не первый раз? Бумага, давай первый раз. Нет, так играют просто, первые ножницы. Давай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Че ты выходишь? Ты 3 побед играешь? Ну давай. Давай. 1, 2, 3. Первый раз ножницы. Лазать.
Раз, два, три. Раз, два, три. Да что? Так, и последний раз, да? Да. Давай. Раз, два, три. Блядь, я забыла. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, один. Давай. Раз, два, три. Да, блядь, я забываю. Постоянно про ножи вставай. Снова. Раз, два, три. Раз, два, три. Два, два. Кто хуел? Раз, два, три. Ну, я забыл, давай. Давай. Как-то с тобой два слоупка. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Да, блядь, он на три раза вот так вылил. Ну ладно, давай. Да давай. Да у него там. Да у него там много отравленных конфет как-то. Нет, так ты сам бы не хотел, чтобы ты хавал, но. Ты можешь съесть тогда. Может, просто пока ставим кормить? Ну давай, потом... давай. Захочешь сладкую, а потом. Так можем другим скормить, бро, братан! Братан! Можно подарить кому-нибудь другому. А если мы их отравим? Мы не отравим, мы просто по конфету подарим. А то, что конфета отравила их, это проблема у конфеты. Так, ладно, пошлите.